Что нужно сказать? Я предложила... Какие у вас предложения по Воскресенскому району по проживанию? По проживанию надо проживать. Обязательно всем. Да. Всем проживать, если в Островском районе. Так. У нас собачки хорошие. Вон собачьи какие. Урны. Урны для собачьих экскрементов. Собачки. Так, вот. А пару слов вы хотели сказать? Я хотела сказать, что все непременно нужны урны для собачьих... Как уличек. Прекрасно. Как уличек. И пакетики к ним бумажные. Ну ладно, что пакетики... Бумажными тяжело собирать. Ага, вас понял. Лучше полиэтиленовые. Биоразлагаемые. А есть такие? Да, вот у меня. Ой, а расскажите, пожалуйста, про биоплетиленовые. Да, из кукурузной чего-то там делают. Ладно. Вот такой вот был первый опрос жителей микрорайона муниципального острова Декабристов. Адмиральский проезд, 2020.